Александр Сергеевич Соболев, специалист в области молекулярной биологии и биофизики клетки, наномедицины и генотерапии. Доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета и Московской духовной академии. Мне думается, и я прошу этот вопрос обсудить, может быть, оспорить. Мне кажется, что естествоиспытатели нужны богословам для того, чтобы поддерживать на современном уровне естественно-научные познания у самих богословов. Причем это, естественно, должно осуществляться постоянно, а не, скажем, раз или два за всю жизнь богослова, поскольку темпы развития естественных наук превосходят практически темпы всех остальных наук. И мне кажется, это, так сказать, своего рода, может быть, частично следствие из этого пункта, естествоиспытатели должны содействовать, и в этом, мне думается, богословы также нуждаются, содействовать в богословию в рамках естественно-научной апологетики. Поэтому я предложил бы на обсуждение пять вопросов. Я немножко их попытаюсь обсудить, опять же, с целью привлечь интерес к этим темам и спровоцировать, если это потребуется, дискуссию. Так вот, первый вопрос – это богословское обоснование и поддержка развития фундаментальных естественных наук в России как средство приближения к пониманию Творца через творение. Второй вопрос. Соответственно, я последовательно буду эти вопросы в ходе своего выступления затрагивать. Второй вопрос очень важный, как выяснилось из того относительно небольшого опыта моего преподавания здесь, в стенах Духовной Академии, вот шестой год читаю лекции. Это проблема уровня проведения дискуссии между богословами и естествоиспытателями. Необходимо обеспечить взаимное понимание и приятие методологий и основных сведений из этих соответствующих областей. Это является необходимым условием конструктивного диалога. Я постараюсь пояснить, что конкретно имею в виду. Представляется также весьма целесообразным проработать вопрос научного или вообще творчества, но в данном случае в контексте, естественно, моего выступления я говорю даже не просто о научном, а естественно-научном творчестве, в аспекте человек как сотворенный сотворец или вообще человек как творец, но, естественно, с маленькой буквы. Сотворенный сотворец – это уже определенный термин. Я немножечко позже постараюсь этот вопрос тоже прояснить, но, так сказать, уже дальнейшее развитие вопроса. Проблема богопробелов в знаниях. Вот этот вопрос я, собственно, развивать не буду, поскольку вот второй докладчик эту тему затронет. Мне представляется это крайне важным тоже вопросом, поскольку отчетливое представление на эту тему снимает некие конфликтные моменты. И, наконец, последнее – это проблема зла, не вообще, а вот его персонализации, проблема дьявола и экзорцизма. Эта тема, в общем, на самом деле частная, но, тем не менее, я знаю, что она целый ряд людей интересовала. Вообще, то, что я позволю себе обсуждать, как я уже начинал говорить, и сейчас еще раз хочу подчеркнуть, это не попытка рассмотреть всю проблему в целом. Я даже не представляю себе границы этой проблемы. Поэтому я выбрал для обсуждения то, что мне кажется актуальным, и то, что, как мне известно, верующим естествоиспытателям кажется весьма интересным, важным и целесообразным. То есть все равно так или иначе никуда не деться от субъективного индивидуального подхода. Я теперь хотел бы перейти к первому вопросу, который был затронут. Это вот об значимости такого духовного настроя людей,
любых, отнюдь не только естественных, естествоиспытателей, которая делает значимым естественно-научные изыскания. То есть я хотел бы немножко поговорить о богословском обосновании и поддержке развития этих самых фундаментальных естественных наук. И я позволю себе, об этом я уже говорил, напомнить, что, вообще-то говоря, пуританское богословие сыграло огромную роль в возникновении естественных наук новейшего периода, или, правильнее сказать, нового времени. И, собственно, вот Роберт Мертон, крупнейший специалист в области истории, философии и науки, даже в своей книге вот о возникновении наук вот этого нового времени в Англии в 17 столетии написал раздел под названием «Пуританские шпоры для науки», что пуританство построило новый мост между трансцендентной и человеческой деятельностями, таким образом предоставив движущую силу новой науки. Но мало этого, дело в Англии, во всяком случае, доходило до того, что значимость естественных наук, значимость изучения творения Божия почти приравнивалась к, скажем, к деятельности клириков, и уж во всяком случае об этом прихожанам говорилось на проповедях. Ну и вот, собственно, заключение, которое делает ныне здравствующий специалист в области истории, науки и техники Наталья Ивановна Кузнецова, что вот она прямо пишет, что христианство, в частности, пуританство в Англии, в принципе, могло бы пришпоривало развитие наук, но может этому не способствовать, ну, у нее прямо даже написано, и препятствовать. И именно в этот вариант, с ее точки зрения, реализовывался в России. Я просто хочу подчеркнуть, что неготовность воспринимать пришлые науки вместе с пришлыми людьми и их мировоззрением, в общем, понятно. И я совершенно не пытаюсь высказать хоть какое бы то ни было осуждение в адрес, скажем, богословов петровских времен. Да и не до того было им. Но вот почему в последующие времена, вплоть до настоящего, этот вопрос, ну, скажем так, до проповедей мирянам так и не дошел. Вот вопрос в чем. И это мне представляется важным. Причем обращу внимание, я эту цитату позволяю себе приводить нередко. Это цитата из великого Норберта Винера, который... как хорошо было известно, был отнюдь не верующим человеком, но обратите внимание, что этот неверующий человек написал. Он написал о том, что, вообще-то говоря, для фундаментальных наук главное прибежище и главный покровитель могла бы быть именно церковь. Что, кстати, в начале развития наук, но уже не нового времени, а ранее, в Средневековье, так и было. Ну, об этом сейчас я не пытаюсь говорить, тут есть очень много на эту тему публикаций и работ. Так в чем же проблема, которую вот мне хотелось бы подчеркнуть и видеть? Это проблема именно в обосновании значимости, духовной значимости исследования природы. Второй вопрос – это уровень проведения дискуссий. Я говорил, ну, так сказать, вот предваряя этот пункт, что, собственно, этот вопрос, хоть он является служебным, оказывается чрезвычайно важным. Потому что для того, чтобы понимать друг друга, нужно, в общем, как минимум, знать основные, ну, методологии, основные подходы, основные принципы. И, например, мне казалось, просто отвлекусь на конкретный случай, вот протоиерей отец Дмитрий Смирнов как-то выступал год, по-моему, назад, он часто выступает по телевидению, в каком-то шоу, где, значит, были
ответы на вопросы и споры и тому подобное. И вот один вопрос был задан человеком, но абсолютно, скажем, не катехизированным, на что отец Дмитрий даже сказал: я отвечать не буду, поскольку вы ничего в этом деле не понимаете. Ну, можно обсуждать форму ответа, но по сути он правильный. Значит, соответственно, возникает вопрос, если мы начинаем беседовать на темы, связанные с естественными науками, то и богословская сторона должна быть знакома с этими подходами и с основоположениями, чтобы не обсуждать базовые моменты или базовые подходы. И вот, как я уже говорил, неоднократно приходится сталкиваться с тем, что аргументация исходит, ну, в лучшем случае, из естественно, курса биологии средней школы и публикаций в популярных журналах, а то обычно и просто из здравого смысла. Я хочу обратить внимание, вот тоже картинка здесь в этих стенах появлявшаяся не один раз, на то, что, вот, например, этот богослов Лоусон специально обратил внимание на, ну, хотя это далеко он не первый и, мягко говоря, не последний, на то, что вообще-то нет прямого перехода от здравого смысла к научной рефлексии. И он специально выделил такую вещь, как народная биология, народная физика, народная психология, и что это ничуть не эквивалентно, собственно, отложенному знанию, отложенному пониманию, вот без слова «народное». Разговор в данном случае идет о каком-то, ну, трудно определяемом прознании, с которым мы рождаемся и воспринимаем мир, и которые потом нам постепенно ломают и реформируют, скажем, в школе и далее. Ну, просто чтобы было понятно, о чем идет речь, ну, скажем, представление о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Вот наша первичная, так сказать, народная физика или народная астрономия нам говорит совершенно обратное. И крайне трудно убедить ребенка, но ребенка проще, чем взрослого, что дело обстоит ровно наоборот. И это следствие науки. Я могу приводить много подобного рода примеров, говорящих о том, что более чем опасно пользоваться здравым смыслом, этим непосредственным восприятием, как аргументом в тех или иных спорах, в том числе с естествоиспытателями. Следующий момент, который мне представляется чрезвычайно интересным для обсуждения, это вопрос творчества. И крайний, так сказать, вот аспект, это вот, как вы видите здесь, это заслуженный профессор богословия лютеранской школы богословия в Чикаго, Филипп Хефнер. Очень интересная, кстати, личность, ныне здравствующий, но уже весьма почтенного возраста человек. Это как раз тот самый богослов, который создал уже существующий больше 25 лет журнал «Зайган». Это журнал, посвященный исключительно вопросам взаимоотношений религии и наук. Причем разных религий и разных наук. И вот этот человек заодно, так сказать, вот его узкая специализация, если так можно было бы себе позволить такую фразу, он известен, собственно, не только этим, тем, что создал, так сказать, полигон для интеллектуальных упражнений вот в этой области. И я повторю, этот журнал один из немногих, который является очень влиятельным и с очень интересными публикациями. Вот он разработал концепцию человека как сотворенного сотворца. И вот его утверждения таковы, что это имеет отчетливый тот богословский смысл, что мы не просто творим по праву, но наши творческие акты кооперативны с творческими актами Бога так, что они скорее предполагают партнерство, нежели подчинение.
И вот далее он в другом своем труде, достаточно известном, пишет: «Человеческие существа, сотворенные Богом, сотворцы, цель которых – быть организацией». У него, это мой перевод, он может быть не очень удачный, тут используется слово «agency» – агентство, но для нас слово «агентство» имеет слишком узкий смысл. «Организации, действующие свободно, дабы породить будущее, наиболее полезные для природы, породившей нас, природы, которая есть не только наше собственное генетическое наследие, но и целое человеческое сообщество и эволюционная экологическая реальность, которой мы принадлежим. Функционирование этой организации – это, как говорят, Божья воля». Но это может быть определенного рода крайнее представление. Это, может быть, стоит обсуждать и спорить с этим. Но концепция творчества, вот творческого акта человека и творческого акта как человека-научного работника, я знаю, многим научным работникам очень интересно. И особенно в моменты, когда что-то удается решить, это особые моменты, на которые научные работники, знаю отчетливо, обращают особое внимание. Это было бы, мне представляется, тоже интересной темой, причем вряд ли сильно, как бы это сказать, поляризующие стороны, отнюдь, ну, лишь бы не крайность. И, наконец, мне несколько слов хотелось бы сказать о персонификации зла в понимании, вот в данном случае я имею в виду совершенно конкретного человека, хотя он представитель вот некой группы таких людей. Это чрезвычайно интересный научный работник. Мне посчастливилось быть с ним знакомым. Это член-корреспондент Российской академии наук Леонид Иванович Корочкин. Крупнейший специалист в области молекулярной нейрогенетики. Человек, сделавший очень много в этой области. Кстати, он прекрасный художник и очень много... Ну, очень своеобразный, как вы видите, да? Очень много думавший на тему именно богословский, написавший на эту тему много книг. И в то же время, вот, кстати, была выставка его картин. Как вы видите, это картина, связана, так сказать, по ассоциации, достаточно явно это можно себе представить. Он очень много думал и писал о троичности. Так вот, для него проблема была именно в персонификации зла и в последующих, извините за почти тавтологию, следствиях из этого. Вот он писал так. Значит, это вышла у него книжка, сейчас скажу, в 97 году, под названием «Размышления ученого о Боге, сотворении мира и природе добра и зла». И вот последнему разделу я хотел бы обратиться. И вот он писал, что не в дьяволе, а в дьявольщине заключена величайшая опасность для души человеческой. Не дьявол, а сам человек себя губит, отвращаясь от Бога, забывая о Боге и предаваясь жизни без Бога. Дьявол, сатана – это соблазн, а не соблазнитель. Это желание впасть в грех, исходящий из собственно человеческого качества, свободы выбора. Это наущение самого себя творить зло, активное подстрекательство себя ко злу, а не пассивный ответ на наущение внешнего подстрекателя. С вашего позволения, я хотел бы, я собирался было сделать достаточно прочитать достаточно большую цитату, этому посвященную, но в целях экономии времени я, наверное, это не стану делать, просто хочу обратить внимание, что здесь он, в частности, пользовался и трудами блаженного Августина, и святителя Григория Ниского, и так далее, и тому подобное. Но я отдаю себе отчет, что это подход, скажем так, не канонический. Тем не менее, этот аспект, это означает, он, по-видимому, требует прояснения, так сказать, доброго взгляда, и, что самое главное, современного прочтения этого вопроса.